Мой отец умер после передачи Малахова. Заявление о плеванной героине. Имя Светланы Андьяновой, возможно, никогда бы не попало в новостные сводки. Никогда не снимались бы о ней передачи, если бы не смерть ее дяди, актера Александра Числова. Как гласит русская пословица, кому война, а кому мать родная. Так и тут ведущий популярного ток-шоу Андрей Малахов понял, что на этой семейной трагедии можно собрать хороший рейтинг, и взял семью Числовых в оборот. Андрей Малахов в передаче «Прямой эфир» строит из себя эдакого благородного Робин Гуда, защитника сырых и убогих. И вот он уже находит опытных юристов, которые бы помогли матери покойного артиста отсудить квартиру его племянницы. Малахов и редакторы его ток-шоу давно обрабатывали мою бабушку, помогали ей судиться со мной за квартиру, которую я законно купила у ее сына. Давали адвокатов, заявила Светлана Андрианова Демиру. Они же меня на всю страну ославили. Действительно, женщину выставили бессердечным чудовищем. Накрученная Малаховым и его помощниками мать Числова плакала в студии. Она меня выгнала на улицу и еще сказала, чтобы я сдохла. А куда же я пойду? На самом же деле у 84-летней женщины есть построенный после пожара дом в Калужской области, но ей потребовалась еще и трешка в Москве. «У меня отец умер после просмотра этих передач», – уверяет Светлана. «Конечно, когда твоего ребенка оплевали и полили грязью на всю страну, какое родительское сердце это выдержит?» Андрианова считает, что правды в программе Малахова не было, да и цели такой никто не ставил. Тут главное шоу, рейтинги, резонанс.